Историко-культурный форум пройдет в республике второй раз, и его власти называют главным культурным событием республики. Хакасские чиновники к нему готовятся уже полгода и даже решили поднажать на строительство нового музея. По крайней мере, начать стройку, ведь презентация проекта состоялась на первом форуме, и показывать его снова федеральным чиновникам не в пользу Хакасии. Я все сделал для того, чтобы они посетили этот объект, и мы приняли решение. Тем более, вы слышали, что Владимир Владимирович усилил эту программу. И единственное, мы с Ириной Геннадьевной вчера говорили, 57 или 67 миллиардов выделено на музеи. И надо это, Светлана Анатольевна, помнить. Главная цель форума – это все-таки не федеральные деньги на музей, а тот статус, который приобретает Хакасия в глазах московских чиновников и крупных частных инвесторов. И для этого региональные чиновники готовы на многое. Суммы точно неизвестны, но звезд в Хакасию обещают пригласить целую плеяду, не менее знаменитых, чем Хосе Карерос. Завесу тайны приоткрою, это даже будет не один человек, который входит в топ мировых оперных звезд. И мы уже готовим не сольную программу, это будет... Если хотите, гала-концерт, целое шоу с участием этих звезд. Причем из бюджета власти на эту статью расходов денег обещают не тратить. Кстати, теперь у республики по части форумов и внимания федеральных властей конкурентов гораздо больше. Например, соседний Красноярск летом проведет международный музыкальный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона. К соседям приедут музыканты из Бангладеша, США, Китая, Вьетнама, Монголии, Японии, Сингапура и Непала. Поэтому нашим чиновникам приходится придумывать что-то особенное. Фишка этого года пока засекречена. Удалось выяснить лишь черновой вариант темы «Культура как национальная идея». А с главным докладом, возможно, выступит сам Владимир Путин. Александр Тимофеев, Владимир Байкалов, Новости, 7-й телеканал.